Паводковая ситуация в Якутии остается стабильной. Уровни воды на реках республики находятся ниже критических отметок. На сегодняшний день нет подтопленных поселенных пунктов и объектов экономики. На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается в районе поселка Крестовский Ленского района. Уровень воды в более чем два раза ниже критической отметки и составляет 418 сантиметров. Верхняя кромка в районе поселка Витим наблюдается редкий ледоход. Подвижки льда у города Ленск, уровень воды 296 сантиметров, при критическом 1760. На реках Алдан и Вилюй ледоходных явлений не отмечается. На реке Амга ледоход проходит двумя участками. На территории Ленского, Алданского, Амгинского и Чурапчинского районов работают межведомственные оперативные группы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия и Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики. В городе Якутске в Главном управлении МЧС организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию паводковой обстановки.